Доброе утро, 1 июня. Сегодня началось лето. И в связи с этой прекрасной новостью и с окончанием всех своих мелких работ, наконец-то, я берусь за Лили Сэмплер. Впереди у нас два вышивальных дня с этим процессом. А дальше жизнь покажет. Вот на таком этапе он мне сейчас. Вы, наверное, уже успели забыть, что мне тут вышито, я уже сама забыла. И начинаем продвигать процесс. Всем хорошего дня. Поздний вечер, 1 июня. Представляете, уже лето. Ну что, девчонки и мальчишки, вот то, что мне удалось сегодня вышить. То есть кусочек цветка плюс немножко бэка. Так, время у меня уже начало, да уже не начало, без 10:10. Я очень хочу спать, но пока не могу пойти, потому что у нас воздушная тревога. Хотя, может, сейчас наблюю на все, я пойду в коридор, постелю и все. Вот такие вот у меня продвижения. Я завтра хочу закончить вот этот цветочек, который вот этот. Плюс зелень вот это все. И я тут что обнаружила? Я так думаю, что вот этот вот у меня тоже прекрасно влезет без приматывания канвы. Потому что тут еще, в принципе. Ну, в общем, я посчитаю, если будут влазить, я, наверное, перейду, если что, и на этот. Хотя, по сути, а что переходить? Нам-то с этим процессом еще один день. Этот завтрашний день будет пятый, и мы должны взять Paradise, да? Ну, в общем, поживем, увидим, не знаю, я подумаю, что я успею. Ну, я думаю, что в любом случае вот это вот вышью завтра. Наверное, сделаю бэк. Ну, а дальше посмотрим. Так что вот такой результат. Обожаю, обожаю. Ну и все. На сегодня пойду отдыхать. Всех целую. Добрый вечер, 2 июня. И вот что я навышивала. Появился еще один красивенный цветочек. Уже перешла, на вот этот вот. Вот этот вот нижний. Посмотрим сегодня что-то еще повышиваю, потому что время как бы еще не поздно. Вот. Посмотрим сагу. 650 крестиков сегодня у меня было. И готово ровно 30%. Ну и все. Я продолжу сейчас. Что успею, то успею. И дальше мы откладываем, эту работу, потому что уже завтра будет время Paradise брать. Я завтра работаю, поэтому не знаю, что там навышиваю, но в любом случае покажу, если что-то повышиваю. Всех целую. Что-то покажу сейчас. Я сделала большое дело. Так, это мой Jasnan, который мне был оформлен в такую самодельную, в общем, как самодельную, покупную раму, которая не подходила по размеру. И с этой работой у меня был затык, потому что здесь были нитки Кэрон. Видите? Переходы красивые. И я ее не стирала. И у меня здесь был след от пялец. Я ее как бы тогда впихнула в эту раму и думаю, да ладно, потом как-нибудь, когда буду оформлять, это все паспарту закроется. Но нет. И я ее достала, постирала, отутюжила, и все, у меня все отстиралось. Я счастлива. Ну и решила заодно вам показать. Боже, какие тут розочки, эти шовчики. Я обожаю. Все, теперь она чистенькая, отглаженная. Я ее положу в рулончик. Хотя она там помнется, конечно, но помятая это не грязная. Я спокойна. Всех целую. 3 июня, вечер, и я только-только сажусь в вышивку.
показываю вам начало, на начало этот процесс, да, до того, как мы его повышиваем 5 дней. Ну и приступаю. И буду нямкать параллельно. Ой, сейчас чихать буду. Ой, извините. Так, важная новость. Я наконец-то себе купила вот эти иглы. И кто не знает, вот она такая. Видите, коротенькая по сравнению с обычной. Этими иголочками я пользуюсь, когда мне нужно сделать два крестика и закрепить, а нитка уже совсем короткая. И обычной я вот не могу, уже мне ее не хватает. Длинной нитки, если обычная игла. А такие очень даже. И у меня такая иголочка была одна и кочевала из процесса в процесс. Но теперь я счастлива. Все, приступаем и посмотрим, что у нас получится. Так, я помню, что кто-то просил у меня снять коротенькое видео, когда я перейду к решетке, как я это буду делать. Я сейчас буквально пару стежочков с вами сделаю. Значит, я пользуюсь схемой, понятно. Это обычный long stitch. Я уже так себе, ну, более-менее помню, сколько у меня, какой стежочек занимает место. Как бы мне так, чтобы я вам и схему положила? Хоть как-то, да? Ну так, пускай будет. Значит, я сейчас сделала вот этот стежок. Я сразу его зачеркиваю, потому что я не буду рисковать. Я по схеме вижу, что мы пропускаем одну ниточку. И иду я как бы в бок. Так вот раз. Я даже не знаю, видно вам что-то будет или нет. Здесь у меня стежок идет 3 ниточки. 1, 2, 3. То есть, если у нас клеточка 2 ниточки, то пол клеточки это еще ниточка. Грубо говоря, я считаю там 1, 2, 3. Дальше. Зачеркнули. Следующая у меня выходит между там, где вот эти два крестика. Вот здесь вот. Я вижу, да, по схеме. И в длину я также спускаюсь вот на одну ниточку. Дальше. Также спустилась на одну ниточку. И еще раз. 3. 1, 2, 3. Проверяю. То есть у меня должна заходить между этих двух крестиков. У меня так и получается. Дальше. Переходим на следующий элемент. Он у меня должен начинаться вот с края этого крестика, с угла. И идти на 2 клеточки. 1, 2. Через 2 ниточки, вернее. Спустилась. Дальше смотрим, что у нас тут. Я сейчас спущусь сюда и пойду уже вверх. Значит, где у нас тут вышиваться должно вот это быть? Вот тут вот, да? Да. Так. 1, 2. Из таких хитростей, кто будет вышивать этот набор, я специально не делала бэкстич пока вокруг цветка, потому что когда он проложен, и считать тяжелее, и надо под него как бы попадать, потому что эта решетка вроде как за цветком, да, не над цветком. Так, и где мы? Вот сюда. Заходим. В общем, сначала вы должны вышить бэкстич на решетке, а потом уже вышить бэкстич на цветке. Так, вот у меня зашла моя ниточка, и нам надо следующую на одну ниточку вот тут. Вот, да, мы начинаем. Тоже здесь 3 нитки. 1, 2, 3. Дальше мы 2 пропускаем. 1, 2. И 3 ниточки. Протяжка. Стежок, вернее. 1, 2, 3. Уходим в бок на одну. Спускаемся до сюда. Дальше вот сюда. 2. Главное, смотрите постоянно в схему. Даже если вы думаете, что вы знаете,
как, уже все равно я рекомендую смотреть. Раз, два, три. Ну, пока все сходится, я думаю, что у нас сейчас все и сойдется. Так, вот сюда. Да, она должна. Да. И все. У меня здесь еще будет два таких вот. Тоже на одну клеточку. Через одну ниточку. Ага, стоять, стоять. Не туда. Не, не туда. Не туда. Все. У меня там все вышито было. Так, вот здесь мне надо. И одну. И следующая выше. Ну, две. Раз, два. Вот сюда. Все. Этот цвет у нас все. То есть я его сейчас закрашу. И мне здесь нужно будет еще использовать вот такую темную. Но сначала я все вышью вот этим цветом, который у меня был. Закончу вот сюда еще, довышиваю. Циц, Лолита, пожалуйста. А дальше уже проложу вот эту темную, где я тут вообще сделала. Вот я как раз закреплю сейчас. Боюсь лишь, что что-то провиснет. Ну, я сомневаюсь, если честно. Максимальная протяженность стежка на 4 клеточки. Это не так и много. Вот, поэтому я думаю, что все будет в порядке. Все, я отключаюсь. Так, все еще сегодня, то есть 3 июня. И вот что у меня получилось вышить. Значит, я закончила кусочек решетки, сделала бэкстич на части этой, ну, как рамки, что ли, арки. Не знаю, что это. Давайте посмотрим сагу. Здесь видно, что у меня вышито. Вот. Очень удобно было делать этим цветом, потому что им вышивается и бэк на рамке, на арке этой, и в решетке. То есть я просто переходила так, как мне удобно, и делала все параллельно. Вот. Я на сегодня отложу. У меня уже 20 минут 11. Так, просто покажу вам промежуточный результат. Значит, вот эта ниточка, которая светлая, смотрится на моей основе светлее, чем должна. Вот так видно хорошо, что получается. Когда свет направлен, ну, ровно вверх, вам ничего не видно. О, вот так хорошо. Ну вот, такой результат на сегодня. А, мы не посмотрели по традиции же. Так, 336 крестиков. Ну все, откладываем ее до завтра. Идем отдыхать. Идем отдыхать. Ой, красиво. Всех целую. Простите, что я тут задолбала вас включениями. Я не могу это не снять. Вот такой остаток ниточки у нас остается, если мы доделываем крестики вот такими иголочками. Значит, я была вот тут вот 2-1 сделала, поняла, что уже все, обычная иголка, я не могу работать. И вот эти три крестика плюс закрепка я доделала остатком ниточки. И вот мой хвостик. Это просто отпад башки. Еще раз вам покажу обычную для сравнения. Ну, я думаю, понятно, да? Все, всех целую. Вечер 4 июня. У меня 9 часов. И показываю продвижение за сегодня. У меня повышивалась зелень. Почему-то меня вот... Я должна была продолжать вот эту решетку, но меня потянуло вниз, не знаю. Ну, неважно, это все равно тоже вышивать надо, поэтому вот повышивала везде-везде. По продвижениям... Сейчас... Девчонки, я вот это все выключу. По продвижениям не особо. 450 крестиков сегодня. Ну, может быть, еще я полчасика-часик повышиваю, и все. И буду закругляться.
Я сегодня зато сварила суп вкусный. В общем, приготовила покушать. Там кое-какие домашние дела поделала. Так что вот. Увидимся с вами завтра. Всех целую. 6 июня. Утро. Ну, уже как бы не совсем утро, но у меня еще утро. Сегодня у нас будет денечек для ангела. И вот я его сейчас села, собираюсь брать и думаю, что я буду вышивать. Что-то я эту землю совсем не хочу. Я не могу. Ну, что это за одиночки? Вот скажите мне. Просто одиночные одиночки. Я, наверное, буду крыло начну. Наверное, начну крыло. Там попроще. Так что сегодня будем вышивать ангела. Всех целую. Минутка ботаники опять. Посмотрите, как красиво. Пчелка, пчелка на цветочке. Вот что это за куст такой пушистенький. У нас дождик был. На листиках водичка. Видите, как красиво-красиво. Вообще, не знаю, что за куст. И вот эти я вам еще хотела показать. Не знаю, это не деревья, это кусты. Такой цвет у них красивый, беленький. Похоже на яблоню цветочки, но это не яблоня. Нижнятина. Такой выше, да? Скажите. Такие прям пышные-пышные кустики. Очень красивые цветочки. Показываю результат трудов за сегодня. Вот что мне удалось. Я повышивала вот тут вот в крыльях. Вот эту часть. Не так и много, но уже все. У меня почти 11. Надо идти спать. 739 крестиков. Все, на сегодня хватит. Откладываем этот процесс снова на какое-то время, но обязательно к нему еще вернемся. Завтра у меня я на работе, поэтому посмотрим, буду вышивать или нет. Но надеюсь, что что-то повышиваю на своем парадайзе. Красоточка моя. Все. Буду заканчивать, пойду отдыхать и всех целую. Всем привет! 6 июня. Как бы уже вечер. Рабочий день у меня отложился до завтра. А сегодня я вышивала, ну, помимо дел каких-то домашних. И вот смотрите, у меня еще заполнилась часть решетки. Плюс я сделала всю зелень, вот эту вот внизу закончила. Сделала уже бэкстич на ней. Бэка много, но, как ни странно, вот я не люблю его делать, но здесь, ну, вот этот квадратичный мне нравится. Странно. Ну, что? Это радует. Вот такой результат на сегодня. Так, посмотрим, как обычно, сагу. 805 крестиков, 28%. И что тут у нас есть? Вот еще часть решетки, как видите, мне нужно будет небольшую сделать. И потом еще темная ниточка. Будет у меня бэка. Его тут будет тоже немало. Ну, в общем, жизнь покажет, как пойдет. Пока я всем довольна. Я думаю, что это очень красиво. Прям очень. Прикольная решетка это. Делается просто. Тут все просто делается, ничего сложного нет. Очень легкая, простая и красивая работа. Все. Заканчиваю включение. Надеюсь, что увидимся завтра. Что у меня будет время чего-то повышивать. Всех целую. 7 июня. Вечер. Я сегодня работала, пришла достаточно поздно. Сейчас у меня где-то без 29, да? Ну да, практически.
В общем, тут тоже повышивала немножко сегодня. Буквально там 100 крестиков. Где-то вот тут. Вот эти веточки я сделала. Вот тут повышивала. Сейчас еще ниточку, наверное, доделаю. Пойду спать. Спать хочу, умираю просто. Может, как раз и отбой воздушной тревоги будет. Потому что сейчас она у нас. Мне очень нравится, как получается. Вот эти вот... как это? Лепестки, наверное, или что это? Я не знаю. Вот это красивые очень тоже. Так, ну и что? Сагу по традиции. 159 крестиков. Феерично. Но ничего, это тоже хорошо. И 28,98%. Надеюсь, что 30 точно мы добьем. Вот. Сейчас, наверное, еще сделаю вот эту вот одну. И все. И пойду спать. Ну, красиво же. Есть у меня такая мысль, может взять завтра мандалу на денек, бабочку там аппетитную эту поколупать. Ну, посмотрим. Ну, все, всех целую. 8 июня, 2 часа дня. Вот как я вчера сказала, сегодня я решилась взяться за свою бабочку на мандале и ее довышивать. Я села в 8, ну, в начале 9-го. И за все это время я сделала только 250 крестиков. Ой, я не знаю, как это описать словами, но это просто вышивка для тех, кто плохо себя вел весь год. И очень-очень наказан. Потому что аппетитные одиночки — это выше моих сил. И это только первая бабочка. А их тут будет еще очень много. Но что делать? Буду вышивать, потому что хочу уже когда-нибудь увидеть свою мандалу готовой. Получается, конечно, очень красиво. Даже без бэка. Да. В общем, вот такие вот дела у меня. Сегодня у меня еще будет пару часиков на вышивку. Так что я вечерком, наверное, сделаю еще одно включение. И покажу вам эту бабочку готовой, но без бэка, да? И покажу вообще в целом, что навышивала на своей мандале, потому что мне кажется, что я вам ее еще не показывала. Ну, еще раз. Вот это творение свое. Ой, продолжаем. Всех целую. Ну что, у меня вечер. Я не знаю просто, как иначе вам это показывать. Вот так выглядит общая картина. Это то, что я навышивала на своей мандале на сегодняшний день. И над чем я потрудилась. Давайте я свет как-то поближе. Это вот эта бабочка. Бэк так и не сделала. Дальше, что мы делали сегодня? Сейчас. Значит, я сделала даже несколько шовчиков. Сделала тут 3 лепесточка. Ну и поработала над вот этими вот штуками. Здесь много чего не было. И металлик, и вот эта ниточка. То есть весь металлик сегодня вышло. Вот этот вот темно-зеленый красивый цвет. Теперь то же самое мне предстоит на этих веточках. Ну и тут еще вообще много чего мне предстоит. И сегодня у меня еще ниточка там есть. Вот я начала делать вот эти вот шовчики. Я их доделаю, ну и посмотрим, что там дальше будет получаться. Как я говорила уже, наверное, говорила уже 100%, что у меня Глориана отсутствует в наличии. Есть все нитки, кроме нее, поэтому я вот все закрывать не могу. Тут много чего делается Глорианой. И швы, и бэкстич, и крестики. Поэтому и стопорится мне этот процесс. Очень неудобно прыгать, пропускать эти нитки. Вот, смотрите, у меня организация процесса. Пусть мне будет не стыдно. Ну и покажу. Сейчас, значит, я вот эти вот вышиваю шовчики. Ага, да, отключено, то сейчас понастираю. А вот это все, что не зашито, вот это все Глориана. Вот это Глориана. Вот этот бэкстич Глорианой. Вот это все Глориана.
часть шовчиков вот эти вот клариана идут. То есть я не могу опять же вот сделать, например, вот эту серединку, потому что мне сначала надо отшить вот этот вид шовчика, а потом делать саму серединку, потому что здесь бэк. Ну, короче, не буду объяснять, мне кажется, что так красивее просто будет. Ну и вот. И вот, как видите, из всей работы, из этих 9, да, тут 9 бабочек. А, нет, чего тут, 12. Из 12 бабочек у меня отшита вот одна, и то не доделан бэк. Ну, что сказать? Я даже не знаю, что сказать. Я сегодня, конечно, еще повышиваю. Завтра... Зара, циц. Циц. Хочет по жопе, прям просит у меня. Вот просит. Завтра, я не знаю, я буду дома или на работе, поэтому. У нас еще день есть для продажа. Но я думаю, что этот влог буду уже заканчивать, потому что по времени, я думаю, что уже наснимала вам намного. Металлик, конечно, вообще нифига не видно, как блестит, да? Конечно же, как обычно все. Даже не знаю, как это надо показывать, чтобы был виден этот блеск. Ну, так как-то, что ли. Все, будем закругляться. Но будем закругляться с этим влогом, а продолжение следует. Всех целую.